Новые санкции против России. Сенат США подавляющим большинством ужесточил ограничения против Москвы за оккупацию Крыма, поддержку сирийского режима и вмешательство в президентские выборы 2016 года. Законопроект включает в себя пункт, который не позволит президенту США отменить или смягчить санкции без согласия Конгресса. Ограничения затронут ключевые секторы российской экономики, горнодобывающую промышленность, металлургию, судостроение и железнодорожную отрасль. Документ отправят в Палату представителей Конгресса, если его поддержат, и там отправится на подпись Дональду Трампу.